Здравствуйте, добро пожаловать в павильон Соединенных Штатов Америки. Сейчас мы вам можете пройти и посмотреть, как у нас внутри. Давайте пройдемте. Пойдемте со мной. Welcome to the US Pavilion. Come in and welcome. Добро пожаловать. Yeah.
здесь мы можем узнать. Цифровую, да, которая позволит там контролировать всеми активами, всеми оборудованием предприятия. То есть здесь вы можете видеть, как единая энергетическая сеть собирается в таком облаке, которое называется Predix, и дальше она распространяется нашим кастомерам. То есть тем самым мы экономим множество средств, но мы следим за состоянием оборудования онлайн и также оптимизируем расход и хранение энергии. Зал. А здесь у нас главный зал, где мы узнаем, люди могут посидеть здесь на скамейке, и мы узнаем вот эти моменты, что такое энергия жизни. Здравствуйте, Полина. Привет, Полина. Сейчас начнется, когда люди ходят через несколько минут, у нас начнется главное шоу, что такое энергия жизни. Давайте посмотрим. Через 5 минут, Полина. Привет, я Полина, и я хочу показать шоу. Здесь люди сидят, и очень интересует весь наш главный шоу, называется «Энергия в жизни». И очень интересный, где бабушки отсюда выходят и хлопают нам, так что вообще здесь отлично. Да? Опять мы вернулись. До свидания, Полина. Спасибо большое. Да. Вернулись и опять. Последний зал. Опять вы видите, здесь у нас галерея, где люди могут фотографироваться. Им очень нравится. Здесь тоже у нас посол, где давайте его найдем. США. Классно получается.
пожалуйста.